55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей Го-Го Полиной Глен, пишет Daily Mail. По данным издания, актеры и танцовщица из Санкт-Петербурга встретились в Лос-Анджелесе около года назад. Отмечается, что Глен познакомилась с Деппом, не зная, кто он такой. В Mail добавили, что некоторое время назад она приезжала с Деппом на его московский концерт. По информации таблоида, Глен и Депп живут в новом особняке актера и собираются играть свадьбу. Ранее экс-жена Деппа Эмбер Хёрд заявила, что он напивался и бил ее руками и ногами.